Вот такой ягодный торт у нас. Сезон клубники уже открыт. И почему бы не делать ее много-много. Внутри клубника, сверху клубника. Вот, уже готов. Сейчас я его буду запаковывать. Отщелкала. Сейчас у меня новый фон вот такой вот. Он узнаваемый, там вон картинка стоит. И на всех фотографиях я сейчас стараюсь вот и в едином стиле вот так фотографировать. Мне очень нравится. Сейчас еще вам один покажу. И вот следующий. Это в технике космос. Синий. Внутри крем белый. И вообще там вот как раз красный бархат, который я вам показывала. Вот. Первый раз я его сама делала. Этот рецепт мне дали. Он чисто американский. Ничего менять я в нем не стала. Хотела попробовать, как он отличается от моего. Очень вкусный. Сами бисквиты просто вот у меня вверх я срезала. И это очень вкусно. Вот. Печенюшку такую сбоку прицепила. Ну и клубнику даже без нее. И сразу по-другому смотрится синий торт. С яркой клубничкой. Вот. Люблю фотографировать сверху. Обязательно, девочки, снимайте. Какой-то фон сделайте. Снимите красиво сбоку. Немножко сверху. Потом полностью сверху снимите. Вот. Можно какой-то бочок снять, чтобы было интересно на фотографиях. Когда особенно есть потеки или вот так, как это элемент тут есть. Вот. И люблю я еще вот так вот вдали фотографировать, чтобы побольше фона было. Обязательно делайте красивые фотографии. У нас еще будут тортики. А пока у меня делается безе, тут еще пока только белки взбиваются. Остались желтки, я добавила еще одно яйцо, много-много шпината, сделаю себе. Вообще уже надо обедать, но это у меня только будет завтрак. Вот такой. Делаю его максимально полезным. Добавляю много шпината. У нас сегодня вот такой набор детский. В едином стиле у нас тортик и 6 капкейков. Вот такие. Безешки у нас тут. Капы. Бусинки. Вот так вот. И вот на сегодня последний тортик. Такой нежный, голубой. С такими пряничками. Сегодня выписывают мальчика. Я даже не знаю, как его зовут. Сынок пока. Может быть, родители еще не знают тоже, как назовут ребенка. Или выбирают имя, поэтому у них пока сынок. Вот он 25 у нас мая родился. 50 сантиметров, 2900, в 9.05 он родился. Ну и раз они заказали корону, значит, это маленький принц. Вот такие звездочки. Вот, сегодня в 3 часа, остался меньше часа. За этим тортиком приедут и будут праздновать выписку из роддома. Ну и напоследок вот такой набор капкейков. Куда же без клубники? Сезон начался. Да, вот такие крупные клубнички. На сливочном креме. Печенюшки тут разные. Вот, сейчас их запакуем. И мне осталось выпечь только на завтра капкейки, ну, сами кексики. И все. Спасибо, что провели сегодня со мной мой день. Все я вам показала, рассказала. Буду рада, если вы оставите мне комментарии. Девочки, пока-пока и до новых видео.